нас еще звук есть ю. Ю, мы, она у нас также работает с внутренними органами. А теперь мы представим, что у нас здесь, где вот под пупком, жемчужина. Жемчужина, и мы чистыми звуками, мы это энергии чистим вот именно вот это место. У нас жемчужина, она такая становится яркая, красивая, и вокруг у тебя энергия твоя вот этих чистых, красивых звуков, она исцеляет твои органы, чистит твою ауру, чистит твои энергии, и также исцеляет, и как бы вокруг тебя весь мир. То, что мы проходим, то, что мы поем, мы лечим и себя, и лечим и людей вокруг. Какой? О, печень, почки.